Трясну титана четверочку, пока он будет долбаться с этим. Ну там подкушали чуть-чуть. Но не мощно, они сразу не будет. Ну просто что у нас там урон, если они доберутся, то. Эти хилеры. Восстанавливает 25 хп. А, только однажды в битве. Хочу одно. Ну 25, да, много чего-то. Там вот сейчас по 15 героя, а эти по 25. Стив Энчантмент. Так, а как же нам их? А, это вообще гвард, это не стрелки. Нет смысла. Да не, как и не стоит. Ну, по крайней мере, можно не хотя бы на ход задерживать. Свой ход не прогавим. Двадцать один сорок. Теперь надо придумать. Здесь почти нет урона. А, Агилес нельзя. Эльф сколько он показывает? 19-29 отдача. 17 там что-то урона. Пускай Агилес. Нет, ну да. Ну ближе не будет. Давай. Ты вроде мы его расколдовываем. Нет. 77 из 100. Сейчас вышлем грифу. Гелис пускай сферу протекции. Ну а всего один удар после. Все. А ретелей 4-6. Ну не сильно много. Нормально. Давай. Ну потому что у них. Ну 77 хп, а тут что-то сопоставимое, он уже подгрызет. Единороги. Ну если он их долбанет, он раз-два, а тут три удара вот. Один. Тут мы походили. Но если он обойдет, то ему не хватит столько. Ну 15 как раз. Давай. Давай. Ну не упали. Не могут ходить. Тогда придется здесь попытаться достать. Два. Wow.
А у них три. Нету. Два, а вправо. Ну, мужчины защищены. Травм. Но единороги мы не будем рисковать, потому что те пойдут и дадут им. Ну и рукопашную скрешнули. С галдинцами. Все, гайки. Ну, можем... Да, один удар у меня есть. Ну, давай. Девятнадцать. Ну, это ее ход. 5-7 на 3, ну, 21-15. Можно попытаться... Ну, немножко помочь. Еще дали медаль. Крупная цель. Ну, тут мало нанесет. Ну не выбит. И уже получил вроде уровень. А ты что? Один, да вот это нормально. Ну сейчас мы чакра. У нас уже победит. Типа, чтобы засчитали уже и... победу. Все, ну мы победили, да. Ну, вард, который... Ну, это как бы чужой вард. Избавились от него. Ну, с фермы-то вообще.